Правда или действие? Сразу в нескольких регионах России родители забили тревогу, увидев у своих детей жевательную резинку со странными заданиями на обертке. Такая жвачка, как ее прозвали, со вкусом смерти, добралась и до нашего округа. Где их продают и что за опасные задания надо выполнить, выясняла моя коллега Елена Семеновичева. В глазах молодой мамы 9-летнего сына Марины застыл страх. Что это, маркетинговый ход или очередные так называемые группы смерти? И к чему приведут, на первый взгляд, безобидные задания? Во вторник мой 9-летний сын принес домой жвачку, на которой написано «Открой пачку, начни игру». Я посмотрела, что за игра, и здесь, например, очень много разных неоднозначных задач стоит перед детьми, которые они должны выполнить, снять это на видео либо фото и выкладывать в социальные сети. Купить такую жевательную резинку особого труда не составило. Находим ее в первом же магазине города. Продавец признается, пачка буквально разлетелась, как горячие пирожки. А вы вот вообще сами лично видели, что много таких жвачек? Если мне это показали, нет, не могут, две упаковки. Две упаковки нас видим, нам пока приказы не идут, ничего. Даже ну понятно, 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 я вас поняла, да. Две упаковки таких было? Две или три даже, не помню. Ну-ка, давайте посмотрим, работаем. Ну там больше там, нет, да, там больше нет. Нет, вот они здесь. Нет, но они мятные. Мятные. Мятных нет, да? Такой? Нет, только в таком вот арбузном. А, ну все, да. Две или три штуки таких было, да? Нет, целая упаковка такая. А, была целая упаковка. Ухватив последнюю пачку жевательной резинки, проверяем, чем производители данной продукции заманивают покупателей. На первый взгляд безобидная жвачка с арбузным вкусом. На ней написано «Правда или действие? Открой пачку и начни игру». Ну что ж, начнем игру. Действительно, на первый взгляд, безобидные задания. В этой пачке нам попались, к примеру, «надуй пузырь и сделай селфи» или «весь день набирай сообщения носом». Но если обратиться к интернету, то можно найти задания, которые уже не кажутся такими безобидными. И вот одно из них. Заберись на самую высокую точку в общественном месте и сделай селфи. Задание буквально на грани между жизнью и смертью. Или вот еще одно задание. Надень противогаз и перекрой доступ кислорода. Обеспокоенные родители бьют тревогу. Что же делать? Психологи дают ответ. Больше общаться с собственным ребенком и уделять как можно больше свободного времени собственному чаду. Почему дети уходят в социальные сети? Одинокие дети уходят туда. Одинокие, с которым не с кем поговорить. Не с кем свои мысли донести, некому поплакать. Я всегда говорю родителям, проводите больше времени с ребенком вместе. Мы забыли, когда мы ужинали вместе с ребенком. Да, за общим столом. Если так называемыми группами смерти уже вплотную занимается Следственный комитет и даже есть арестованный, правда, один на всю страну, то до жевательной резинки органы следствия еще не дошли. Но наша героиня Марина, как сознательный гражданин, написала заявление в полицию. Ведь только так правоохранительные органы смогут заняться выяснением причин появления данного товара на прилавках магазинов Нарьян-Мара. Заявление написано. Сейчас сотрудники полиции начнут проверку по этому факту. Уважаемые граждане, если вы или ваши знакомые купили, увидели или обнаружили подобную жевательную резинку, обращайтесь в дежурную часть полиции. Елена Семеновичева, Леонид Шишилов, Владислав Носкин, телеканал «Север».